Для каждого человека, который имеет в интернете свои сайты, блоги, группы социальных сетей, сервисы, персональные странички, сайты-визитки с услугами и прочие веб-ресурсы, есть самая большая необходимость. Это трафик. Смотрите, вы владеете интернет-магазином, продаете инфопродукты, набираете подписчиков, предлагаете свои услуги, продвигаете себя, свой бренд или персональные коучинги и тренинги. И у вас создается такое впечатление, что вы то ли делаете что-то не так, то ли сами потенциальные посетители обходят ваши веб-ресурсы стороной. В общем, новых посетителей сайтов и подписчиков нет, а заказчиков и клиентов вообще как кот наплакал. И самое страшное, что потенциальные клиенты, которым вы постоянно что-то предлагаете, уходят от вас все чаще, а подписная база вымирает все быстрее. Поэтому медлить просто недопустимо. Сегодня у вас только два выбора: или привлекать новых подписчиков и клиентов, или распрощаться со своим бизнесом и вернуться на бывшую ненавистную работу. Но вот незадача. Практически все методы раскрутки, которые использовались ранее, уже не работают, а платные варианты и услуги продвижения стоят уже в десятки раз больше, чем раньше. Причем они очень конкурентные, и не факт, что за ваши деньги у вас пополнится аудитория. Настало время нестандартных инноваций, которые помогут не только выделиться вам среди всех, но и откроют мощный поток трафика на ваши сайты. Мое имя Сергей Панферов. Я изобрел революционный инструмент по увеличению трафика и раскрутке сайтов, который представляю вместе с обучающими видеоуроками и материалами в своем новом видеотренинге «Видеобук Ультимейт» – мультимедийные книги без ограничений. Данное изобретение решает вопросы не только массового привлечения подписчиков и клиентов, причем, заметьте, бесплатного трафика, но и позволит вам выделиться среди всех остальных своим нестандартным подходом к созданию мультимедийных и вирусных инфопродуктов, о которых будут говорить во всем интернете. Итак, небольшая история и пища для размышления. Электронные книги являются самым потребляемым форматом в мире для получения полезной информации среди всех пользователей интернет. Именно в этом формате делают свои прайсы, инструкции и пиар-издания многие известные компании и корпорации с мировым именем, распространяя их среди пользователей в сети. В информационном бизнесе этот формат также один из самых популярных. Еще более 10 лет назад, когда соединение интернета у пользователей было близко к 0 мегабайт в секунду, инфопредприниматели-динозавры делали свои продукты именно в формате электронных книг. Причем такую книгу можно легко скачать и распечатать на принтере, и изучать в автобусе, метро или другом месте, когда вас нет за компьютером, тем самым экономя свое время. Но это были только дешевые инфопродукты для продажи без каких-либо вирусных и мультимедийных элементов. Однако времена изменились, интернет стал мегаскоростным, и на смену книг пришли видеокурсы, вебинары, аудиотренинги и другое мультимедиа, которое весит ох-ох-ох как много. Но не в этом дело. Именно для привлечения трафика на свои сайты электронные книги стали использовать наши западные коллеги буквально пару лет назад. И это им приносит колоссальные результаты. Да и в нашем секторе интернета некоторые известные предприниматели недавно стали использовать такой подход. То есть за счет бесплатных электронных книг с вирусным эффектом стали увеличивать свои подписные и клиентские базы в десятки раз больше, чем до этого. Но они используют стандартное написание обычных электронных книг, так называемых e-book'ов. Вы же можете еще более увеличить трафик за счет вставки в свои книги интерактивных мультимедийных элементов. Теперь вы можете вплетать в необходимое место своей книги аудио или видеоконтент, тем самым идеально выстраивая сюжет вашей мультимедийной книги должным образом. Вы можете продублировать текст аудио или видео, а можете дополнить текст аудио или видео, тем самым создавая ощущение мультиформатности на выбор вашим читателям. Кстати, такой мультимедийный контент, например, видео, вы можете настроить так, что ваши читатели смогут смотреть это видео либо на необходимой странице самой видеокниги, либо во всплывающем окне данной книги.
Также аудио или видео может воспроизводиться после нажатия читателем на плеер внутри книги и также останавливаться, а может воспроизводиться автоматически, когда читатель заходит на данную страницу, и останавливаться, когда читатель покидает эту страницу. То есть таким образом вы можете создать волшебство, неповторимость и определенный магический алгоритм внутри ваших книг. Такую книгу будут передавать ваши читатели и зрители друг другу из рук в руки. И самый инновационный момент. Вы сможете создать на страницах своей электронной книги собственного видеодвойника или неограниченное количество видеоперсонажей в зависимости от идеи вашей книги. Представьте, что читатель открыл вашу книгу, прочитал или проскроллил до необходимой страницы, и тут выходите вы, как автор книги. Приветствуете читателя лично и говорите ему, что нужно сделать. Например, ознакомиться с содержанием книги, или уделить внимательному чтению данной главы, или обязательно кликнуть по ссылке в нужном месте, чтобы перейти и подписаться на вашу рассылку, или приобрести более продвинутую версию информационного продукта, познакомиться на вашем сайте с вашими услугами, или оставить комментарий в блоге и так далее. А может это сделать ваш виртуальный секретарь или продавец в контексте информации в вашей книге, прямо с ее страниц. Кстати, все видеодвойники абсолютно прозрачны и динамичны и могут появляться и исчезать по вашему алгоритму прямо на тексте, картинках, полях книги и другом контенте. Также вы можете зашить в каждого видеоперсонажа ссылку, и он станет кликабельным, за счет чего увеличит трафик на ваши сайты. Такую технологию мультимедийного новшества вы можете применять в своих книгах по-разному и без каких-либо ограничений. Хотите для вируса и трафика, а хотите для мультимедийности вашего информационного продукта, на все предпочтения разности форматов вашего клиента. Единственное ограничение – это ваша собственная фантазия. Что дает использование мультимедийных книг? Во-первых, это эффект «вау». Каждый читатель будет потрясен мультимедийным форматом таких книг. А как вы наверняка знаете, что эмоция – это королева продаж. Во-вторых, такую книгу будут распространять читатели по своим друзьям и знакомым. Сарафанное радио еще никто не отменял. Вирусный эффект от мультимедийных книг просто потрясающий. А внутри книги текст плюс мультимедиа сделают свое дело так, что ваша подписная и клиентская базы будут расти не по дням и даже не по часам, а ежеминутно. И даже если у вас нет своего бизнеса в интернет или смысла вирусного маркетинга в сети, то с помощью моего материала в интернет или в реальной жизни вы сможете делать методические материалы для своей аудитории, как педагог, рефераты и учебные материалы, как учащийся или студент, мультимедийные доклады, отчеты и проекты в формате электронных интерактивных мультимедийных книг для абсолютно разных сфер деятельности. И всегда ваша аудитория будет приятно шокирована вашей мультимедийной подачей материалов. До сегодняшнего дня я не распространялся об этой инновационной технологии. Однако после того, как я стал получать в десятки раз больше комментариев на своем блоге, так как мои книги являются интерактивными, увеличил приток подписчиков и даже стал принимать заказы прямо со страниц своего видеобук, я решил приоткрыть тайный занавес создания вирусных мультимедийных интерактивных книг своим подписчикам. Технология является на самом деле уникальной и секретной, потому что кроме меня и моих доверенных коллег, ей пока еще никто не пользуется во всем мире. Поэтому тренинг и решение проблем с трафиком, тем более с бесплатным вирусным маркетингом, а также с мультимедийностью контента в ваших интерактивных книгах и документах, которые вы можете не только распространять бесплатно, но и продавать как коммерческий ноу-хау товар, я продам только первым 200 заказчикам. После этого я навсегда сниму свой тренинг с продажи. Просто я не хочу, чтобы моими секретными наработками пользовались все подряд. Пусть это достанется только самым заинтересованным и умеющим менять
менять свой бизнес в лучшую сторону людям. А также я уверен в эффективности своей разработки, поэтому даю вам свою тройную персональную гарантию. 100% гарантия качества всех материалов моего тренинга, 100% гарантия клиентской поддержки, 100% результат, а я вам в этом помогу. Итак, давайте подытожим, что вы получаете. Видеотренинг VideoBook Ultimate, мультимедийные книги без ограничений, причем со всеми маркетинговыми и техническими фишками этого ноу-хау. То есть и что делать, и как это делать, все рассказано и показано наглядно лично мной. Вы получаете бесплатный трафик и раскрутку своих веб-ресурсов в неограниченном количестве. Вы получаете инновационную технологию для создания информационных продуктов, которые угодят любому, даже самому изысканному инфогурману в вашей теме. Вы получаете признание от своей аудитории за самое эффектное и нестандартное предоставление собственных материалов. Вы получаете тройную гарантию от меня лично и безлимитную поддержку. Ну что, отличное предложение? Безусловно. Поэтому ниже данного видео запишитесь в предварительный список, чтобы в ближайшее время гарантированно получить от меня практический видеотренинг VideoBook Ultimate. С вами был Сергей Панферов. Удачи вам и хорошего дня!